Здравствуйте, гости моего канала. Меня зовут Кристина, и вы на моем канале о рукоделии. Сегодня такое большое быстренькое видео. Я получила маленькую посылку с пряжей. Это моя первая покупка в этом году, и хотела с ней поделиться. Итак, вот увидела в магазине такие моточки. Посмотрела состав. По составу носочная пряжа, шерсть вместе с полиамидом. Но, как вы видите, очень такая довольно толстая ниточка, потому что, если почитать, то спицы рекомендуются 3,5-4 и на 100 грамм 200 метров. Я взяла эти два цвета, во-первых, они мне очень понравились, и, во-вторых, мне на подарок надо связать слитки. Слитки, или как у нас называется, переводя с нашего языка, домашние тапочки. И у меня есть и полушерсть, и шерсть, и акрил, но я хотела эти тапочки связать так, чтобы они все-таки долго служили, потому что эта женщина, она очень любит дома в тапочках ходить, она, у нее всегда мерзнут ноги. И у нее кто-то, она мне рассказывала, показывала, у нее есть такие следочки, она их уже штопала, и я посмотрела по составу, похоже, что там связана полушерсть, и она сказала, что они очень быстро протерлись. Поэтому мне понравился состав, что здесь есть полиамид, и буду вязать слитки. И надеюсь, что они ей прослужат долго, как раз мне на подарок надо. Я еще планирую в ближайшее время заказать такой силикон. Может быть, знаете, есть многие производители даже пряжи делают такой силикон, который думается, что ты потом на подошву накладываешь там точечки или точечки на те же самые рисунки. Такой силикон, который не позволяет ноге скользить. И вот я тогда хочу заказать такой вот этот силикон. Я его нашла в данный момент в Литве, можно купить, потому что пока у нас еще в стоках он закончился. Просмотрела все, где я раньше покупала, там тоже сказали, заказ сделан, но когда это все приедет, никто не знает. Но буду пока заказывать у Литвы. Фирма, вот не помню, что-то, вот эта же фирма делает, производит носочную пряжу. Если я найду фотографию и не забуду, то я вам постараюсь вставить, чтобы вы посмотрели, потом, если будет интересно, уже в гугле загуглите. И потому что я знаю, что у этой женщины дома ламинат, везде выложен, что чтобы ноги не скользили, чтобы можно было удобно ходить, то в плане еще вот на эти следочки положить вот эти вот силиконовые такие точечки. Как я понимаю, что пряжа сделана в Финляндии, да, это финская пряжа. Кехра, я не знаю, тут уже, видите, тут даже на финском написано. Артикул Лаури. И. Номер цвета. Вот номер цвета 290039. Это вот такой вот голубой. И здесь уже такой не то лососевый, не то лосось с коралловым такой, не понять. Номер 290042. И что мне здесь порадовало, производитель пишет, по техническим причинам в пряже могут быть узлы. Я знаю, что меня узлы раздражают в моточках. Но здесь, видите, производитель, он не скрывает, что такое может быть, потому что, ну, пряжу производят на заводах, да, и по техническим причинам она может там быть. И я считаю, это классно, что производитель может это рассказать, не тая, да, они иногда покупаешь моточек, там по 3-4 узла, и бывает даже больше. Тогда просто хочется эту пряжу выкинуть в мусорник и из нее ничего не вязать. Вот такие два моточка. Буду вязать, пробовать слитки. Есть у меня моделька, тоже надо перевести описание и буду вязать. Так, и вот у меня вторая посылочка. Извините, я ее только-только получила. Будет, скорее всего, громко. Сейчас, минутку попробую. Я, видите, даже не разрезала ее.
кстати, тоже пришла с Литвы. Заказывала в литовском магазине. И заказывала попробовать. Потому что у нас такую пряжу в магазине я не нашла. Это у нас носочная пряжа. Скорее всего, кто-то с такой пряжей уже вяжет, но для меня это новинка. У нас такое, посмотрим. Извините, они очень все шершавые. Так, сейчас я просто вытащу, уберу упаковку, чтобы тут не шерсть. Вот, смотрите, какая красота. Это у нас все из одного производителя. Так, что они мне добавили? О, смотрите, они мне добавили образец. Здесь даже есть какая-то Dream Air, New Life Wool, Brushed Harmonia, Sockwool Prime. Вот, видите, здесь, кстати, зайду, посмотрю, что-то, видите, вот это классно, когда вот ты что-то покупаешь, и тебе вот такое еще вот. И плюс мне еще даже дали до конца месяца еще 15% на следующую покупку. Вот такой вот красивый купончик. Офигительно классно, красиво. Так, и что-то мне еще тут положили. Что у нас здесь? О, маленькая шоколадка. Походу, еще и литовская. Сейчас. Да, литовская шоколадка. Скорее всего, ихняя какая-то, как у нас есть фабрика лайма. Ну, просто, видите, ну, приятно получать такие посылочки. Так, что я здесь планировала? Я тут, когда ее заказывала, я уже что-то планировала даже по цветам тут складывать. Так, тут два моточка должны быть одинаковые. С них я тогда хочу и начать. Так, цвет. Вот это у нас два моточка одинаковых. Я из этого планирую вязать одну пару. Так, это фирма Performance. Моточки по 50 грамм, длина 210 метров, стандартная носочная длина. Так, производитель Болгария. А, это оказывается болгарская пряжа, видите, я даже заказала. Ну, не было времени вообще искать информацию про производителя. Так. В составе у нас полиамид и супервош шерсть. Производитель у нас рекомендует это вязать на 2 до 3 миллиметров спиц. Так, стирка 30 градусов. Номер цвета это у нас 2-1. Что? Так, ну, такой вот зеленый. Ну, тут всяк. Тут и желтые, и зеленые, и розовые. Ну, тут не помню, были у них на сайте или нет, что должно получиться. Если я найду и не забуду, то постараюсь вам видео ставить, что должно из этого всего получиться. Так, вот это у меня я заказывала на две пары, но тут. Придется мотки, наверное, разматывать, искать секции, потому что я все-таки планирую связать одинаково. Потому что тут видно, видите, что здесь моток заканчивается желтым-зеленым, а тут уже более такой синий-зеленый. Ну, не совсем они одинаковые. Так что. Так, потом я планировала вязать вот так вот, хеликсом делать. Здесь у нас номер 204. Да. У них на сайте это был белый, но, если честно, это не совсем белый. Здесь уже
Для меня это вообще-то такое, знаете, шампанское такое, что-то чуть-чуть на желтину отдает. Но помню, что на сайте было написано, что это белый. Ну ладно, он даже если был совсем бы белый, мне бы, наверное, не понравилось. Но если вот так вот сложить, то хеликсом должны офигенные носки получиться. Так, и здесь вот этот цвет 175514. Вот такой вот. И здесь я планировала вязать тоже хеликсом или делать такие вставки, там, не знаю, ну, например, скорее всего, вот это я не буду вязать хеликсом, что я сделаю вставками такие носки, чтобы уже более зеленые были. Так, здесь у нас номер 15, да, и здесь у нас, так, и здесь, видите, здесь все-таки производитель другой. Тогда вот у меня получается, что 5 моточков Performance, Sock Wool Prime, да, и один моточек, но я потому что искала на сайте, подбирала, чтобы у меня цвета совпадали, чтобы носки были такие не в разнобой. И здесь, так, значит, у нас тоже моточек по 50 грамм, 210 метров, 75% шерсти, 25% полиамид. Рекомендуемые спицы 2,5-3 миллиметра. Ну. Ниточка, если честно, не отличается, поэтому я думаю, миксовая эти два цвета тут проблем не должно быть. Так, это у нас фирма Superwash. Так, что тут еще у нас? Немецкая пряжа, Heart Garn, есть даже домашняя страница, надо будет зайти посмотреть. Скорее всего, если будет, что должно получиться из такого моточка, попробую тоже вам ставить фотографии. Здесь, понимаю, на немецком написано, но, скорее всего, здесь нитка из 4 нитей, наверное, получается. Ну, из сок 4, да, что это носочная пряжа из 4 нитей скручена. Так что вот такие вот у меня маленькие, маленькая посылочка. Так что вот такие вот красивые цвета. Здесь мне захотелось грибы. И здесь у меня будет хеликс. Так что свяжу, покажу, расскажу, что у меня получилось, как это все вязалось, как это все себя ведет. Честно, с такой пряжи не вязала. И пока что у нас такую в нашем магазине я не видела. Но нашла на литовском сайте. Прислали очень быстро. Я позавчера заказывала, и то это было поздно вечером. И сегодня уже в 11 часов мне пришла смс-ка, что можете ехать забирать. Так что... Ну вот это вообще, да, то, что дали такие чуть-чуть маленькие образцы. Такая идея очень классная, хорошая. И плюс еще скидка на следующую покупку 15%. Ну, приятно. Спасибо за магазин. Будет время, посмотрю, что еще интересно. Я знаю, что там была еще всякая насущная пряжа. Просто я хотела по цветам. Мне понравилось это. Я заказала. И... Так что вот так вот. Так, тогда, девочки, на сегодня все. Показала вам, рассказала свою посылочку. Пока что я довольна цветами. Цвета совпадают. То, что было в интернете на картинке, это я сейчас даже вижу, и мне не надо заходить проверять. Ну, упаковка просто супер. Еще шоколадка. Как говорится, попить кофе. Порисовать носочки, расчеты поделать, да. И так что тогда на сегодня пока что все. Если вам понравилось, ставьте лайк. Тогда я пойму, что вам интересно еще и подглянуть, что я заказываю, что ко мне приходит с магазина. Если тоже возникли какие-то вопросы, оставляйте в комментарии. Как только получится возможность, я на них отвечу. И чтобы не пропустить следующее мое видео, ставьте колокольчик.
подписывайтесь на канал. И на сегодня я тогда с вами пока что прощаюсь. До следующего раза. Пока-пока.